Bloom – это гибридное мини-приложение бирж CESC и DeskBirj. То есть это реальный продукт с реальным решением, поэтому здесь есть перспектива. На текущем этапе пользователи имеют возможность накапливать баллы Bloom, которые позже будут конвертированы в токены. Видим, что на этом офф-канале почти 10 миллионов подписчиков. Опускаемся вниз. Мы четвертый по величине телеграм-канал в мире. Опускаемся еще ниже и видим, сколько есть официальных чатов на разных языках. Русскоязычный, Индонезия, Турция, Китай. Короче, практически на всех языках. Пару недель назад, после того, как меня пригласили по партнерской ссылке в этот бот, прежде чем тапать эти баллы и тратить на это свое время, я просмотрела вот эти официальные профили в соцсетях. Сетях и решила, что в этой тапалке также можно будет заработать без вложений, и я думаю, что немало. Моя ссылка на это приложение бот в Telegram будет под этим роликом и в закрепленном комментарии, как обычно. Поэтому не упустите эту возможность. Нажмите на ссылку и переходите по ней в свой бот. В боте нажимаете на старт. Это приложение для криптовалютной торговли. Все крутые токены и монеты прямо у вас в кармане. Начните фармить очки прямо сейчас, и кто знает, какие крутые вещи вы с ним скоро поймаете. Что мне очень нравится в этом приложении, так то, что нажимая вот на эту кнопку, приложение запускается прямо на компьютере, не только в телефоне. Мы видим, как фармятся монеты. И в следующий раз мне надо будет зайти через 5 часов 41 минуту. То есть в это приложение я захожу один раз в 8 часов всего. За 8 часов у меня набегает по 70 монет. Как вы понимаете, набрать за 2 недели 32,5 миллиона баллов Bloom по 70 монет 3 раза в день – это в принципе нереально. Поэтому разработчики в этом боте для нас организовали Drop Game. Если вы в этот бот будете заходить ежедневно, не пропуская ни одного дня, то здесь, вот в Drop Game, у вас с каждым днем будет увеличиваться количество дропов. У меня самое большое количество дропов в сутки было 27 геймов. Каждый гейм по 28 секунд. За это время, нажимая на эти зеленые снежинки, вы получаете баллы. Ваша задача собрать их как можно больше. Но недавно в эту игру добавили бомбочки и льдинки. Нажали на льдинку, снежинки замирают, а время тикает. Нажали на бомбочку, все баллы, что вы собрали, именно в этом гейме, они сгорают. И отсчет начинается заново. В принципе, прикольно. И в то же время, надеюсь, очень прибыльно. Внизу мы видим кнопочки. Нажимаем на кнопку Tax, выполняем задание и получаем дополнительные баллы. Задания легкие, в принципе, выполнимы для каждого. В разделе Friends отображаются наши партнеры, от которых нам также каждые 8 часов начисляют баллы. Не забывайте сюда заходить и нажимать на кнопку Claim и забирать баллы за приглашенных партнеров. Так что приглашать очень выгодно и для нас, и для масштабирования проекта. На этом у меня все. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Пишите в комментариях, все ли вам понятно.